Всем привет! С вами Инагонка из моей Florida Room с моими орхидеями. Сейчас я иду делать чесночную воду в очередной раз. Отвечая на ваши вопросы и просьбы, я запишу очень быстрый и очень легкий рецепт чесночной воды. Ну все, мы оставляем мою красавицу Florida Room и мы идем ко мне на кухню готовить чесночную воду для моих красавиц орхидей. Как вы видите, здесь я приготовила все, что нужно для этой волшебной чесночной воды. Вот моя волшебная банка, в которой помещается приблизительно 3 литра воды, которую я налью из-под крана, буквально из-под крана. У меня мягкая, хорошая вода в кране. Чеснок. Приблизительно вот столько я использую на 3 литра воды. Иногда мне хочется использовать больше, иногда меньше. Все зависит от моего настроения. И приблизительно вот это вот, вот просто с моим ногтем сравнить, чтобы вы знали, по какие по размеру эти чесночинки. Я выбираю вот такие самые плохие чесночинки из моей баночки и делаю из них свою чесночную воду. Как я сказала, банка с водой, чеснок и нож с дощечкой или чесночница, чесноковыжималка. Можно делать как вам угодно. Я предпочитаю резать мелко. Вот ножом. Наша банка полна воды. Я наливаю холодную воду из-под крана. И теперь мы приступаем к нарезке чеснока. Или к выдавливанию, если вам это нравится больше. Обычно я вот так всегда еще надавливаю на него слегка, что, естественно, вы можете сделать с помощью чесночницы. И все, теперь я пересыпаю все это в свою банку. Закрываю банку крышкой. Теперь я пойду и поставлю ее в теплое место. Банка моя с чесночной водой будет стоять сутки. Обычно я ее использую через сутки. Несколько раз использовала через двое, потому что не было времени полить. Завтра ее процежу и буду поливать ею свои орхидеи. Вот она здесь у меня стоит на солнышке и пропитывается всеми замечательными волшебными свойствами чеснока. Для тех, кто говорит о том, что чесночная вода ничего не дает, вот вам результат. Вот эта орхидея, одна из тех, которые у меня умирали где-то 6 месяцев назад. И я, в принципе, больше, кроме того, что стала поливать ее чесночной водой, ничего не изменила в уходе за ней. Посмотрите, какие здоровые, замечательные листья, какие красивые цветы, которые уже цветут несколько месяцев подряд. Поэтому я не собираюсь ни с кем спорить по поводу ценности чесночной воды. Для меня она работает. И если вы не смотрели мои видео, если вы не видели этих результатов, пожалуйста, пересмотрите. У меня есть мой плейлист, который называется «Мой цветник». И вы в этом плейлисте увидите все мои эксперименты, любительские эксперименты с моими орхидеями, с моими чесночными водами, со всем-совсем, что я делаю с этими прекрасными цветами на любительском, абсолютно любительском уровне. Прошло 24 часа, в моем случае прошло немножко больше, чем 24 часа. Мы сейчас процедим эту водичку и польем ей орхидеи. Вот и весь секрет. Все, ребята, всех целую, всех люблю. С вами была Инагонка.